Summit Expert 154-2021 модельный год с новым облегченным капотом, выполненным единственной деталью. Вот так выглядит капот. Изменилось место воздуховодов. Стекла теперь нет. Нет бардачка, полностью гладкая верхняя часть. Защита рук. Проставочка 12 сантиметров. Управление светом, подогревом и разъем DES RF. Маленькая стропа уменьшенная. Система SHOT. Электрозапуск от конденсатора. Очень компактное маленькое сиденье, меньше, чем на обычном саммите. Фрезерованные подножки, система натяжения ленточного ограничителя, тормозная система Brembo. Знакомая нам задняя подвеска T-Motion. В стандарте скрипки для снега. Задний амортизатор у нас Kayabo Pro Adjust с регулировочкой красным колпачком. Газовый центральный амортизатор. И передний амортизатор с покрытием Кашима. Газовый амортизатор облегченный, с облегченной пружиной, так же как и центральный. Раз, три. Это у нас название передней легкой облегченной стойки над лыжами. Возможность изменения базы лыж. И знакомая нам по многим моделям скиду гусеница Flex H. Боковина подгибается. Powder Max Light. 76 мм зацеп. Первые снегоходы 21-го модельного года уже у нас в салоне.